В Сергиевском районе возрождается коневодство. Причем ставка сегодня сделана не на простых рабочих, а на профессиональных, спортивных, чистокровных лошадей. Так в хозяйстве Владимира Янзытова славу Сергиевской земле приносят 22 рысистых профессионала. Завели одного коня в Яблоках по случаю в 2012 году для души, а оказалось, что приобрели дело всей жизни. На каникулах, когда в детстве я бегал всегда на конюшню. Нам конюха давали там ездить в поле, там купать лошадей. Оно-то так и было. А тут возможность появилась купить лошадь для семьи, просто кататься. И тот как раз у нас за город. Мы купили его в 2-летнем возрасте, орловского. Мы только знали, что орловская порода. И вот когда мы купили орловского для семьи, попробовали, потом мы съездили в соседний район на Сабантуй, мы на нем выиграли. У нас мы поймали вот этот адреналин и захотели еще выступать. А когда мы приезжаем на орловцев практически не было уже, истребили во время вот этой перестройки. Мы остались в основном русские, американцы, и вот всегда говорили: о, мы на американцев вас объедем. Но мы на орловцев объезжали. Эта Сергиевская конюшня выглядит как образцовое учреждение. Идею в свое время поддержало руководство района, определились с участком и засучили рукава. Строил сооружение Владимир Агафонович сам, изучая рекомендации коневодов, осваивая строительные профессии. И получился настоящий дом для лошадей. И душ есть, и денники. Все по стандартам, светлые, чистые. А одно из помещений целиком отдал под кухню, чтобы питались животные правильно. А внутри конюшни, правда, атмосфера почти сериальная. Даже ограждение декорировано практически под моренный дуб. Не выбиваются из этой картины и имена статных животных: Блеф, Загреб, Порто-Пренсе, Ян, Персей. Но есть здесь и любимцы, в полголоса проговорился Владимир Агафонович. У него это американский рысак Принц Че, ведь его первого приобретали специально для заездов. Не прогадали и продолжают собирать призы на скачках в Самарской области и Татарстане. А еще, подчеркнул коневод, очень важно силы не переоценить. К примеру, в Сергиевске за животными присматривает специалист с большой буквы Анна. А народом из Воронежа, где все рождаются с мыслью о лошадях, по-доброму шутят тут. Говорят, им несказанно повезло с ней. Анна просто чувствует лошадей, эффективно тренирует, правильно составляет спортивный рацион, а ухаживает как за детьми. Как вы раздобыли такого специалиста? Это чудо. Просто чудо, конечно. Нам, наверное, сам Господь Бог ее послал. Она к нам, когда пришла, просто увидела, что мы на лошадях тут тренируемся. У нас всего две лошади было. И вот как раз Загреб пришел, может. Мы тренировали, она подошла к чьей лошади, поинтересовался и все. Пока Анна готовит Принца Че к часовой тренировке, Владимир Агафонович проверяет особые маточные помещения. Здесь стоят лошади, которые вот-вот весной принесут новое породистое потомство. Им сейчас нужно много простора, свежего воздуха, поэтому женский состав мы застали на прогулке. Они сейчас строгие, придирчивые, совсем как люди в такое время, пояснил владелец. Конечно, и число ее наград растет. Значит, дело идет к открытию настоящей конной школы для наездников и лошадей, каких в Сергиевском районе пока нет. Хотя здесь всегда рады экскурсиям и частным посетителям, пожелавшим пообщаться с лошадьми, просто покормить, посмотреть, покататься. Ведь такая уникальная точка будет всегда служить местом притяжения для тех, кто хочет отдохнуть душой. Екатерина Реснянская, Александр Жуков для информационной службы телекомпании «Радуга-3».